Всем привет, мальчики, девочки, мужчины и женщины. Вот так вот у нас тут тепло. Сегодня днем было плюс 18 на солнце. Я тут закончил свои дела и направляюсь в магазин. Пойду схожу в магазин Кредо, тут недалеко. Куплю покушать. И поеду домой, отконвертирую этот ролик и выложу вам. Так что, если вы меня видите, это значит, я уже приехал. Ну, посмотрите. А мне мой город очень нравится, он очень чистый. За ним ухаживают. Каждое утро подметают ранним утром. Это центр. Вот так вот. Фонтанчики. За моей спиной администрация городская. Доски почета везде у нас. Видите, там? Вот там вот аллея. Этих, ну, типа, почетных граждан города. Как-то так. Такой вот вечером тоже все красиво, фонарики такие вот, елочки, чисто. Несмотря на то, что погода такая была не очень. Вот у нас работники образования почетные. Вот, видите, как у нас. О. Я не знаю, в каких-то городах сейчас есть такое или нет. А вот и скрипка. А может, это и виолончель, не знаю. О. Где ты, где ты, где ты? О, зеленый. Пойдем дальше. Ну, там у нас вечно огонь, всегда горит. Ну, к нему я не пойду, особо время тратить неохота. Мы так немножечко все переболели, простудившиеся. Но я, так скажем, самый живучий оказался из всего семейства. Вот. А так, детки переболели насморком там, температуркой. Но ничего. Наверное, вот из-за погоды, из-за того, что она пляшет. Несколько дней назад минус 20 было. А сейчас тепло. Вот даже в этой куртке можно было не одевать, можно в одном балахоне ходить, и будет хорошо, будет тепло. Кофепеечки всякие такие. Мне, кстати, вот эти наши армавирские кофепейки на улице, мне с них кофе не нравится. Ну, может, потому что я привык сам себе кофе варить. Единственное, вот мне кофе нравится, где варят в районе ЗВТ. Ну, кто в Армавире живет, те в курсе. Там вот ларек есть кофейный. Прямо вот напротив ЗВТ, на углу. На перекресточке. Вот там вот я всегда американо покупал. Ну, мне нравилось, по крайней мере. Вот. Ну, а что, в кафешках? Нормально. Ну, так еще матча пью. Я фоточку вам скидывал. А вот мы с женой пьем матча. Это такой синий чай. Ну, там зеленая матча есть. Синяя, это те, кто спрашивали. Я там писал, это с этих. С цветочков. Это цветочки. Забыл, как. Клитерии. Название-то какое, да? Синие клитерии. Вот так вот. А вот здесь, сейчас вам покажу. Вот этой тропой. Вот там вот вечно огонь. Вот. Вон, за моей спиной, да? Вот та дорога, да, тропинка, куда всегда свадебные цветы идут возлагать. Молодожены, цветочки там, роддом вон за моей спиной. Вот. Ну, это военное здание, а вот за ним дальше роддом. Очень, кстати, древнее архитектурное здание. А также памятник Горбатка Виктор, летчик-космонавт. О, какой ему памятник поставили.
Цветочки. Цветочки. Как цветная капуста. Может, это и так цветная капуста. Брокколи, не? Что я иду брокколи покупать? Может, здесь надергать брокколи? Да покушать. Травка у нас, видите, зелененькая. Зелененькая травка практически у нас лежит всю зиму под снегом. Вот. Ну и вот, видите, чисто вот кругом, прямо. Тут чище, чем у меня во дворе. А вот памятник. Правда. Ну, здесь что-то с религиозным связано. Похоже. По крайней мере, буквы. Я эти не понимаю. А, не, вот есть по-русски, да. Слово это сроду не обманет. В нем сокрыто жизни существо. В нем исток всего. Ему конца нет. Встаньте, я произношу его. Мама. Расул Гамзатов. Вот. Вот такой, такой прекрасный стих Расула. А вот Марина Цветаева, давайте прочитаю. Вы бродили с мамой на дугу, и тебе она шепнула: милый, кончен день, и жить во мне нет силы. Мальчик, знай, что даже из могилы я тебя, как прежде, берегу. Марина Цветаева. Вот. Ну как-то так, красиво. Да, мама. Мама недаром во всей природе. Мама – это центр. Центр всего мироздания, центр всего творения – это мама. Я сейчас говорю не о земной нашей маме, да, биологической, которая нас родила, а о вселенской, потому что мы находимся внутри нее, внутри вселенской матери. Мы в ней. Вот поэтому после этой жизни у нас происходят, условно говоря, роды. Мы переходим в новый мир. К ней идем на свет, летим к ней, как мотыльки. И в этом свете мы себя прекрасно чувствуем. Все мы возвращаемся после этой жизни к нашей вселенской мамочке. Да, прекрасной любви, из которой мы все здесь произошли, так скажем. Из нее мы родом. Вот. А вот то у нас такое здание, это пенсионное. Да. Вот. Ну и вот эти все здания старинные, все ухоженные, видите, у нас их красят, ухоженный такой вот город. Вот. Так, куда бы мне вот этот баян, не знаю, куда положить, он карманы оттягивает, рюкзак за спиной, надо в рюкзак запихать. А когда мне звонят, я не могу этот, сейчас положу его тут сбоку. А вы пока посмотрите памятник Кирову. Вон где, видно вам, где он там? Ну да, вон он, да. Ну и училище там за моей спиной. Вот. Так, красный свет, но машин нет, я пошел. Вот я нарушитель злостный. Хотя нет, я вовремя успел, зеленый, так что я не нарушил. Ну то же самое, что на желтый рванул. Бывает, бывает. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Красиво. Ресторан. Ресторан, ресторан. Очень мне знакомый ресторан. Да. Кстати, нормальный ресторан, никакой тут нету. Тошниловки, ничего такое. Обычно такой цивильный ресторан. Живая музыка в нем. Но я в этом ресторане не был много лет. Ну как много? 5 лет где-то, не знаю. Фонтанчики тут такие красивенькие. Кафешечка, веранда. Такое дело, такое дело. Ну что, давайте перейдем, наверное. Нет, ну давайте будем правила соблюдать. Протрясу я свой зад до пешеходного перехода. Ну, пройдем по-человечески. Пойдем по центральной улице. Прямо тут сейчас. Роза Люксембург. Она у нас очень большая, очень длинная. Чуть-чуть левее. Такая вот тоже зона отдыха. Раньше
вот эти вот парки, да, вот этот парк, ну и другие, вот у нас много в городе таких вот зон, они были такие заброшенные, бурьяном поросшие. Я помню вот здесь, где вот этот памятник стоит, какие-то клумбы были заброшены, мусор, кусты какие-то, и там гадили все, кому не лень. Ну и вот видите, так вот у нас постепенно, с каждым годом красивее и красивее. Вот она, впрочем, и часовенка. Ну, мне она нравится, мне вообще нравятся такие вот здания. Они, на мой взгляд, красивенькие. Вот. Ну и как обычно, древний такой символ, посмотрите, да, вот крест. И в центре креста солнце. Ну, я думаю, здесь комментировать можно, не комментировать. Ну, насколько я понимаю, это солнце с лучами, да? Давайте мы вокруг обойдем. И мне вот стилистика нравится, вот как славянская стилистика мне нравится, и армянская тоже. Я, ну, так считаю, что она довольно-таки красивая, да? Хачкар установлен в память об армянской церкви Святого Георгия. Вот стилистика мне, вот армянский такой стиль, вот очень узоры. Кстати, от славянских узоров, ну, сами посудите, практически не отличается. Вот, посмотрите, да? Давайте приближу чуть-чуть. Вот. Вот такая вот стилистика. Красивая. Ну, вот здесь вот никаких распятий, никаких страданий. Ну, как в виде распятия Иисуса нет. Солнце, крест. Солнце, освещающее все четыре конца земли. Крест изначально, насколько я понимаю, в язычестве никогда не был символом страданий. А наоборот, крест и солнце были символом, таким замечательным природным символом, который показывал, что наше солнце освещает все четыре стороны земли. Ну и тут вот здесь вот тоже такое вот стилистика цветка или солнышко. Ну так по-своему, конечно, тоже красиво. Мне нравится вот ее такой вот дизайн красивый. А вот это вот здание тоже вот старое. Вот оно за таким вот забором. Его не сносят, так как оно, насколько я понимаю, древнее архитектурное считается. Ну и вот его никто не сносит, хотя постройка такая уже старенькая. И сейчас мы уже подойдем к нашему магазинчику Кредо магазин. Туда я иду. Ну и конечно такие колонны. Вот какие. Бежим. У нас есть 75 секунд, чтобы успеть промытнуть. Так, пойдем сюда. Чтобы два раза не переходить переход, мы это сделаем один раз. Всем привет! Мне так, ребята, неудобно снимать и в то же время делать закупку. Ну вот. Хочу передать привет моему зрителю по имени Соломон. Соломон, спасибо тебе за эти вкусные подарки. Решил попробовать Ханс для курицы. Ну, хоть курицу мы и не едим, но я кушаю с Хансом другие штучки. Абрикосы мороженые. Мы делаем коктейли утром. Значит, каждое утро пьем пророщенную зеленую гречку, в которую добавляем клубнику, малину. Вот сейчас возьму абрикоски. Если детям понравится, будем добавлять абрикоски.
овсяное молоко. Ой, нет, экстравать не будем, мы возьмем классическое овсяное. Ну, еще его можно готовить с настоящего овса. С овсянки тоже можно, на блендере бахнуть. Ну, так что мы иногда покупаем, иногда делаем сами. Такое вот дело. У меня семья большая, надо много покупать. Сейчас возьмем салатика и поедем. Детям надо йогурта. Йогурта надо детям взять. Опс. Вот такие вот огурчики. Я очень люблю с младшим сыном. Кстати, дешевые, возьму две банки. Корнишончики! Дочка у меня очень любит кукурузу консервированную. Так что возьму ей пару баночек. Ну вот как-то у нас так, ребятушки. Два полных пакета и рюкзак. А это дня на три. Ну, может быть, на 4. Вот эти кроссовочки я купил себе на распродаже с хорошей скидкой. Костюмчик сшила мне моя любимая жена. Белую курточку мне подарил муж моей тете. Как-то так и живем. Вызвал сейчас такси эконом-класса, но получил сообщение, что за мной приедет какой там класс. Ну, выше эконома, не знаю. Видимо, какие-то бонусы. Так что, повезло. Всех люблю, целую и обнимаю. Спасибо вам, мои зрители, за ваши добрые отзывы. Вот так вот.